Бухта Патрокол в списке мест, запрещенных для купания. Здесь сливают канализационные воды, и такое купание может вызвать различные инфекции. Однако любителей окунуться на Патрокле в жаркий денек это не останавливает. Там пробки везде, а здесь пробок нету. А где у нас не вредно купаться? Плавали? Нет, я нет. Еще боюсь, холодная еще водичка. А потом будете, когда потеплеет? Конечно, обязательно. Список мест, пригодных для купания в районе Владивостока, практически не меняется. Последний раз расширяли его 2 года назад. Добавили бухту Стеклянуху. В этом году изменений нет. Неопасными для купания признали только 7 пляжей. Это участки берега в бухтах Лазурная, Три Поросенка, Китовой, которую обычно называют Стеклянной, а также на станции Санаторной. Морская вода в этих местах считается чистой по гигиеническим и санитарно-химическим показателям. Запрещенными остаются Рында и Поспелова на острове Русском, а также спортивная набережная Владивостока. Каждый год комиссия проверяет места летнего отдыха и делает анализ воды. Результаты показывают, вода у берегов кишит вредными микроорганизмами. Долгие годы в акваторию сливали все стоки города, поэтому из года в год действует запрет. Там именно загрязнение идет по микробиологическим показателям. Микробиологические показатели, если идет превышение, это может возможность развития различных заболеваний инфекционной этиологии. Одно из них – это такая энтеровирусная инфекция. Возле маяка в этом году для сточных вод установили дополнительные очистные сооружения. Чтобы акватория пришла в норму, понадобится несколько лет. Но экологи уверены, купание у символа Владивостока станет безопасным официально. Анастасия Ярошенко, Павел Михайлов. Панорама.